Здравствуйте, друзья! Меня зовут Олег Киреев, и сегодня мы подведем итоги работы сервисной компании за март 2024 года. Начнем с цифр. Сделали дорог мы 6,5 километров. Подготовлено ТЗ на дороге 123 штучки, установлено межевых знаков 301, подано заявок на получение ТУ 28, строительство объездной башни 1, подготовлено эскизных проектов 11 штук, эскизные проекты, если повторюсь, эскиз вашего участка. Запущено голосование 6 в поселках, собрано голосов 465, голоса растут, люди активнее включаются. Установлен баннеров на въезде в поселок 2 штучки. Итак, начнем с нашего поселка Усадьба в Подмосковье 2. Там у нас проведены работы по срезке дорожного полотна Volvo 360. Он прошел 2320 метров, 2 километра. Если вы по фотографии можете посмотреть, то что несмотря на распутицу, мы все равно включаемся в работу и стараемся максимально ее выполнять. Да, чуть-чуть объемы, конечно, в зимний период, в период распутицы немного меньше, чем летом. Но тем не менее, мы находимся в работе и под контролем наших специалистов. Дальше. Выполнены работы по оканавливанию с двух сторон с разравниванием и водоотведением в Дусаном 175. Вы обратите, то есть обочины, которые мы делаем, и на перекрестках он параллельно отводит воду для того, чтобы в участках, где есть низина, вода не скапливалась. Далее, также в усадьбе Подмосковье 2 установлены межевые знаки для клиентов, чтобы вы могли приехать и определить свой участок. Напомню, что мы сделали 101 штуку и 139 технический знак. Технический, это, может, вы видели, когда приезжаете в поселок, палочки на них, ленточка намотана, это технические знаки для наших специалистов. Друзья, мы с вами в поселке Усадьба в Подмосковье 2. Здесь, как вы знаете, уже построен дом управляющего, сделана башня. Вот мы продлили забор в обе стороны. И еще одна очень хорошая новость, что теперь у нас здесь стоит трансформатор, подведена ЛЭП. Вы видите, вот идут дальше опоры. В ближайшее время будет подведено электричество, но оно будет включено. И, соответственно, здесь у нас пойдет линия 0,4. Это хорошая новость, потому что мы сможем запитывать, во-первых, наши инфраструктурные объекты дома управляющего и башню, сделать освещение в поселке, а также наши собственники тоже могут получить электричество и уже начать строиться и пользоваться своим участком. Строительство дорог – это не только работа экскаватора, также это работа наших ремонтных бригад, которые при поломке, при выходе из строя техники моментально приезжают в поселок и занимаются ремонтом. Любые поломки, которые происходят, мы стараемся решить на месте, чтобы эффективность работы сохранялась на том же уровне, на котором она и существует сейчас. За одну съемку и одной камеры невозможно объять ту работу, которая происходит сейчас здесь. Если там мы сейчас ремонтируем, да, технику, то там у нас работает Volvo 360. Вот смотрите, он ведет оканавливание после того, как сделали срезку бульдозеров. А вот там такая зелененькая Нива и человечек, темный силуэт. Это наш кадастровый инженер Александр выставляет технические точки. Также вы видите, уже стоят в полях межевые знаки металлические, вот эти красные таблички. И сейчас мы делаем дорогу, и как раз заказчики, клиенты, собственники земли могут подъехать, найти свой участок и начинать его развивать. В парке «Патриот» у нас работает «Дусан 300», бульдозер «Шева» и «Камацу». И вместе они проводят расчистку профиля дорог от древесной растительности, а также оканавливание. В принципе, все работы в поселках плюс-минус одинаковые. Это срезка, это разравнивание, это оканавливание и водоотведение. Сейчас мы направили группы бульдозеров и экскаваторов именно в этих двух поселках. Далее у нас по плану идут следующие поселки. О них расскажем чуть позже. Также в парке «Патриот» профилирование дорожного полотна мы сделали больше 1,5 километров. И кадастровые работы провели, 225 межевых знаков установили. Также усадьба на Волге Лаптево, у нас согласован проект по подключению электричества. Напомню, что у нас был сначала старый проект с одним местом расположения ТП-шек, но потом нам пришлось немного его пересогласовать с изменением планов на электрификацию. Также там у нас рядом есть инвест-проекты, и поэтому мы его чуть переделали, согласовали, и вот сейчас в ближайшее время запустим в работу. В лесной усадьбе мы также устанавливаем ЛЭП. У нас такая долгоиграющая эта история. Я думаю, что в ближайшее время мы уже завершим, и там можно будет пользоваться электричеством. В Малой Родине с расчисткой снега, срезка дорожного полотна. Там у нас пока работает D6. D6 кат, он проводит вот расчистку, срезку. Конечно, может быть, пока это выглядит не очень презентабельно, но надо понимать, что это распутится, это снег, это таяние снегов. В дальнейшем сюда зайдет экскаватор, который уже будет делать оканавливать и отводить воду в сторону.
Далее, провели мероприятие не только в Алексеевском, как здесь указано, но и в других поселках, где у нас есть ограждение. Мы установили, мы закрыли их, во-первых, на замок с кодовым замком, председатель в курсе, либо можете в управляющей компании взять информацию, и ограничили въезд для того, чтобы дороги не разбивались. Потому что часто бывает, что охотники, либо кто-то интересующийся, просто заезжает туда, знаете, чем круче джип, тем больше колея от него, да, а потом собственникам самим приходится уже это обслуживать, как-то менять, как-то переделывать. Поэтому мы ограничили въезд, это вот до мая, пока дорога не просохнет. Если нужно въехать или что-то посмотреть, то можно, конечно, въезжать в поселок, если даже надо ввести вам что-то для строительства. Мы все равно смотрим, если нарушили полотно, соответственно, как-то говорим, либо что-то вы подсыпете, либо как-то сделаете, выровняете эту историю. Царское село, это который поселок у нас на Вазузе, там у нас разравнивание происходит, КАТ-330 работает. Поселки Новая Жизнь. В поселке Новая Жизнь мы прокладываем электричество. Туда отправили Терекс, привезли катушку с кабелем АБЛ. Также у нас в верхней части, где ИЖС, сейчас идет прокладка электричества, там будет установлено ТП. В ближайшее время будет подключено электричество, освещение в этом поселке. Далее, новый поселок, это усадьба императрицы. Вы видите, сделали въездную арку, установили название поселка, план поселка, ну и, соответственно, мимо него не проедете, наши фирменные арки всегда узнаваемы. Также Synergy Country Club, это еще один наш поселок на Вазузе. Там делается welcome группа, которую, может быть, вы видели, когда проезжаете, если вы были на Вазузе, такие треугольные строения. Это наша база, где, возможно, будет офис, будет welcome группа. Мы ее сейчас отделываем, утепляем, делаем электричество. Далее, ретро-гараж – это центр туризма. Еще раз, кто не в курсе про центр туризма, я вам расскажу. Это у нас на Вазузе есть центр туризма, где есть ретро-гараж, есть большой дом, где вы можете приехать, остановиться, там, попить чаю, отдохнуть и почувствовать себя в загородной жизни. Там есть все для этого – пруд, лес, сад, опять же, ретро-гараж. Плюс там еще сейчас строится большой открытый кинотеатр, где можно будет посмотреть фильмы, где можно будет отдохнуть и провести время с детьми. Так что приезжайте, посмотрите, окунитесь в эту атмосферу загородной жизни. Далее, в нашем ангаре мы проводим подготовку техники для того, чтобы весной мы могли и в летний период войти, поотработать, ну, все это сделать качественно. А также мы построили штаб строительства, в котором мы будем проводить, соответственно, наши собрания, планировать. Также в личном кабинете изменения. На главной странице личного кабинета появился раздел «Мои соседи», где можно посмотреть фото своих соседей, кто на вашем соседнем участке живет, как он выглядит, чем занимается. Там можно заполнить профиль. Так что рекомендую зайти, заполнить профиль, посмотреть, кто вас окружает, какие прекрасные люди вокруг вас собрались. Далее, важная вещь, здесь, наверное, не очень на видео видно, но в поселках видеонаблюдение. Мы сейчас активно устанавливаем камеры во все поселки, для того, чтобы в вашем личном кабинете вы могли зайти в свой поселок и посмотреть, что, собственно, в нем происходит. Понятно, что камера у нас на въездной группе и там на основных объектах, которые там находятся, в данном случае детская площадка, беседка и башня, а также проездная дорога, но вы также можете посмотреть, прошел ли снег, почистили ли дорогу, можно ли заехать в поселок. Это очень важный момент, что это все можно сделать онлайн дома, а не приезжая на участок и удивляясь, ой, а еще тут снег не растаял. Также у нас проведены голосования в поселках. Завершились голосования по смене правления. Это Парфенова, Горки, Горки 2, Русская Венеция, Весна на Волге. Завершились голосования по благоустройству поселков. Это усадьба на Волге Лаптево, усадьба на Волге Лаптево ЗИР, зона стандартного и зона ЗИР, усадьба в Завидово, имение Алексеевское, Новая Жизнь, парк Патриот, Лесные озера, усадьба на Волге, Большевик, Малая Родина 1, Малая Родина 2, Москва, Тверская 3. То есть, соответственно, результаты голосования вы можете уже сейчас заходить в свой личный кабинет, если вы услышали название вашего поселка, и посмотреть, какие результаты, а что хотят собственники, то есть, ну, к чему пришли. То есть к чему стремились и к чему пришли. Продолжается голосование по строительству грунтовых дорог и готовности собственников строительства грунтовых дорог. Это очень важный момент. Это в поселке Волга. Там вот мы недавно проводили вебинар. Посмотрите, есть запись вебинара. Нам нужно, чтобы больше людей собралось, проголосовало, и мы поняли, куда мы движемся дальше. Дальше проходит голосование по выбору кандидатов в правление поселков. Это вообще важный момент. Нам нужны активные люди, кто находится в поселках. Именно кто готов участвовать в правлении, готов участвовать в жизни поселка. Мы готовы всячески поддерживать, поэтому сейчас проводим голосование. Это поселок фермеров, это усадьба в Подмосковье 2 и Москва, Тверская 3. Если вы готовы зайти в правление, стать председателем, включиться в активную работу по развитию своих земли,
то welcome, заходите, мы готовы всегда вас поддержать. Дальше, планы по работе на апрель. Что мы планируем сделать? Балагой – это подготовка проекта рекультивации для проведения работ по улучшению проезда. В Лисицыно – подготовка инвестпроекта по электрификации поселка, это уже важный момент. Москва, Тверская 2, будем вебинар проводить по благоустройству поселка. Если вы в Москве, Тверской 2, следите за анонсом, ждем вас всех на вебинар, потому что обычно у нас вроде вебинары удаленные, да, можно дома сидеть там или где-то находиться. Приходит мало людей, все говорят, пришлите в записи, пришлите в записи. И не всегда они в записи смотрят или начинают задавать вопросы. А вот я хотел бы узнать то, хотел бы узнать это. Поэтому приглашаю всех на вебинар, чтобы получить сразу ответы на все ваши вопросы. Усадьба Подмосковья 1. Очень важный момент для собственников. Мы в этот поселок перекидываем технику, также для того, чтобы сделать оканавливание, отводить воду и приводить в порядок зону интенсивного развития после зимней паузы. Сейчас мы находимся в поселке Усадьба в Подмосковье 1. Здесь уже были проведены предварительные работы, сделана въездная арка, сделано электричество по поселку и сделана часть дорог. Сейчас вам предстоит задача доделать эти дороги, доделать проезды к участкам, отвести воду. Сейчас мы спланировали, наши специалисты прошли по всем дорогам, составили план работ, и в ближайшее время наш экскаватор, бульдозер приедут сюда и начнут делать проезды, отсыпать сложные места, отводить воду. В общем, готовить поселок для нормальной повседневной жизни и использования. Усадьба в Подмосковье 2. Также продолжаем работы, как и я описывал. Плюс там мы поставим планы поселков, баннеры будут установлены. Возможно, начнем строительство въездной башни именно в другой части. Москва, Тверская 3. Сейчас регистрируется СПОК, кооператив. Да, и, соответственно, дальше уже будем его развивать по дорогам. Долина Селигера, Антонова. Возобновление работ по организации проездов к участкам собственников. Мы проводили вебинар буквально недавно. И на нем решили, что мы будем дальше двигаться, будем дальше развивать. Там нашлись инвесторы желающие, инициативные группы. Но главное, чтобы там была энергия собственников. Есть энергия собственников, там есть развитие. Там есть капитализация ваших участков. Дальше. Усадьба Завидова. Завершение работ по строительству ЛЭП. Да, сейчас мы в этом месяце должны подключить наш центральный дом, должны провести ЛЭП по поселку, подключить освещение, и некоторых собственников мы уже подключаем, которые заявили желание через своего личного аккаунт-менеджера Александра Комара. Дальше, Малая Родина 1. Так мы продолжаем благоустройство, вебинар по благоустройству для собственников в ЗИРе. Это то, что планы у нас по работам. Парк Патриот 2. Также мы продолжаем работать той техникой, которую я перечислил ранее. Усадьба на Волге 3. Проведение общего собрания собственника, обсуждение планов работы по организации проездов к участкам собственников. Также вебинары. Ждем вас, приходите, давайте обсуждать, давайте вместе делать, давайте вместе двигаться. Малая Родина 2. Аналогично, как и Малая Родина 1, мы потихоньку двигаемся к благоустройству МОП, дорог, и также запускаем голосование по выбору правления в поселке. Если вы, ваш поселок, Малая Родина 2, вы хотите поучаствовать активно в развитии поселка, приходите, вступайте в правление, в инициативную группу. А также в Княжьих Горах, это поселок, который находится в Новой Риге, мы сейчас проводим собрание по электрификации поселка. Уже много собственников обратилось, мы как раз эту работу проводим, нам надо ее спланировать, понять конечные стоимости, конечные результаты и запускать, наконец, электрификацию этого замечательного поселка. Также напоминаю вам, друзья, что за ходом работ в поселках можно следить в личном кабинете. Вы можете перейти в свой личный кабинет, зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы, по идее, все должны быть зарегистрированы. Но бывает, что иногда кто-то заходит через демо. Так вот, заходите в свой аккаунт. Во-первых, знакомьтесь с соседями, следите за новостями, что происходит в вашем поселке, участвуйте в голосованиях, проявляйте активность в развитии поселков. И все у нас вместе с вами заиграет еще более новыми, еще более яркими красками. А также есть официальный сайт сервисной компании, где вы можете узнать, с чего начать развитие, что делать дальше, как развиваться, какие есть услуги, что можно делать уже на своей земле. Там всегда мы с радостью вам ответим. Также есть ваш личный аккаунт-менеджер. Это человек, который работает в нашей сервисной компании, который консультирует, рассказывает, поддерживает, полностью занимается работой вашим поселком. Друзья, давайте вместе развивать нашу землю, проявлять активность и двигаться к нашей общей цели. У кого-то она капитализация, у кого-то своя личная усадьба. Но главное, что это цель, это улучшение нашей с вами жизни. Thank you.